1 января 2021 года возобновляется начисление пений и отключение услуг ЖКХ за долги. Истек срок моратория, действовавшего с 6 апреля 2020 года для поддержки граждан во время пандемии. В этот период жители региона могли временно не платить за коммунальные услуги, но долги при этом не списывались. В новом году неплательщикам могут начислить все накопившиеся пени. Они начисляются с 31 дня просрочки за каждый ее день в размере 1/3 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга. С 91 дня пени начисляются в повышенном размере – 1/130 ставки рефинансирования. О возможном отключении услуг должника, как правило, уведомляют за 20 дней. Затем подачу ресурсов ограничивают и делают повторное предупреждение. После этого через 10 дней поставка услуг прекращается полностью. Задолженность населения Красногорска перед ресурсоснабжающими и управляющими компаниями по данным на 1 января составляет 2 миллиарда рублей. Прирост за 2020 год – 600 миллионов.